Блин, я хочу тебе взорвать кристалл. Ну, давай. Бум. Но я был далеко, поэтому ничего страшного, естественно. Нет. Не-не-не-не-не-не, даже не смей. А, блин, гёбаный. Чтоб тебя. Так, давайте сразу, чтобы не тянуть время, сразу вот так вот их активирую и куда-нибудь убегаю подальше. Так, так, так. Нет, 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 нет. Лава, 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 лава. Лава. Лава, не надо. Воу, как же это жестко выглядит. Где я? В целом, наверное, пока что все. А сейчас я займусь именно уже шестым уровнем. У меня остался шестой, седьмой уровень, предпоследний. И здесь уже просто охренительные вещи, потому что у меня здесь уже апатитовая какая-то, апатитовый какой-то вот нагрудник. Здесь этот год, конечно, будет лучше. Май... Что? 700 маяков ты сейчас прикалываешься? Да ладно, я сейчас бегу так вот. Что это такое? Смотрите, земля поднимается. Вау. Такого еще не было. Это просто в Майнкрафте. Как? Это что? Нет, ну это реально, это уже прям другая игра какая-то. Это просто жесть. И арбузы? Ладно. Так, зомби. Ладно, сейчас вот это. А, это зельки. Блин, может быть, мне повезет на хорошие зельки. Так, все. Блин, я лечу. А. Блин, ну это что-то жестко. Блин, у них еще радиус такой гигантский. Вау. Что? Кто-то умер? Моя кошка умерла. Нет. Кошка, не умирай. Она умерла. Подождите, я летать научился. Что? Что происходит? Ладно. Это... Нет, ну это прям уже жестко совсем. Так. Вау, что-то вообще жестко строится. Ладно, мы сейчас будем делать вот это. Я опять слышу, что земля какая-то переворачивается. А, это походу деревня будет строиться. Так, короче, это несчастливый блок. Здесь хоть один несчастливый. Короче, здесь все несчастливые блоки остались. Так. Ой-о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 й
Ай, блин, шипы, забыл. Так, зомби, зомби, зомби. Так, а он помирает достаточно, кстати, быстро. У меня меч-то мощный достаточно. А чё так много зомби? Чё тут очень много зомби появляется. Вау. Так, ну это точно, наверное, не мой меч. Хотя, кто его знает? У меня вроде обычный меч, просто у него урон больше. А, так, яблоко сейчас поем. Так, зомби. На. 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 Да, ёпта. Так, есть, там какой-то меч выпал. Так, все, я забрал. Меч. Блин, 8 урона. Ну, 8 урона уже нам мало. Уже мало. Так, а чё так много зомби, правда? Почему их так много? Я не понимаю. Так, уже крипер какой-то. Слушайте, тут может быть какой-то мод стоит на появление стольких монстров. Или, либо это правда лаки-блоки. Так, ну у меня походу правда какой-то меч. Какую-то молнию вызывает. Так, давай. Ну да-да-да, это какой-то... Это явно меч делает. Так, опять несчастливый блок. Палка. Это несчастливый блок. Мне кажется, наоборот, счастье. Когда тебе ничего плохого не попадается. Так, а, ну это, скорее всего, динамит. Блин. Скелет, не мешай, я тебя сейчас взорву нафиг. Давай, помирай. Скелет, тихо. Скелет, тихо. Как он не умер? Так, давай. Давай еще постреляемся. Почему так много сегодня золотых скелетов? Так, это что? Эндерпёрл можно забрать, почему нет? Дальше. Еще один несчастливый, последний. Так, 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 так. Просто улетел на воздух просто. Короче, взяли, просто деревню создали лаки-блоком. Это жесть. Можно сюда, кстати, зайти. Я думаю, что здесь что-то не будет-то будет. Вау. Так, а тут что написано? А, это хай, типа? Теперь вот это ломаем. И будет еще что-то жесткое. Так, о нет, опять зельки. Нет, 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 нет. Я не хочу. Зелек я уже точно не хочу. Можно, кстати, факелов забрать. Так, да блин, как они до такого расстояния-то попадают? Меня кто-то бьет? Короче, давайте сразу блок второй открывать. Опять! Да что так много зелек-то? Не, ну это что-то совсем жесткое. Так, это что-то... Так, это у нас уже было. Короче...
я просто их продолжаю ломать. А, опять купол. Окей. Окей, меня это не пугает. И у нас праздник, еще один праздник. Ура! Лев выпустил новый ролик. Новый ролик спустя 2 месяца. Еее! Праздник! Еее! Да! Круто! Круто! Вообще прекрасно! Вау! Из книг уже? Это просто какая-то непонятная фигня. Так. Так, это что-то с лавой, по-моему, связанное. Ладно, вроде все самое жесткое закончилось. Еще праздник. Блин, ну сколько можно уже эти праздники делать? Так. Вау! Блин, главное подальше от своей базы быть, потому что это может закончиться каким-нибудь взрывом. А я так не хочу. Я хочу, чтобы моя база выжила. Так, ну осталось совсем недолго их ломать. И уже мы отправимся на последний уровень. Так, ну-ка. Еее, бамц. Короче, давайте прям сразу по хардкору. Я не боюсь. Пусть кто-нибудь там боится ломать эти все жесткие лаки-блоки. Я прям по хардкору, чтобы прям компьютер сдох нахрен. Ладно. Вау! Нет, не хочу улетать. Нет, не хочу улетать. Так, на. Еще праздника. Так, я... Нифига я бегаю, нифига... Вау. Капец. Что происходит? Блин, у меня даже какой-то эффект. То есть я сам поднимаюсь. Я просто вперед нажимаю, я поднимаюсь сам. Блин, прикольно. Так, давай вот это. Последний лаки-блок. Зомби. Недолго ты жил. Так. Этот лаки-блок я вообще не понял, что он делает. Так, летать я не могу. Так, ладно. Короче, я выжил. Я просто наспавнил какую-то деревню, какие-то купола непонятные, какие-то непонятные вот эти столбы, блин. Куча каких-то монстров. Эффекты, кстати, уже пропадают, к сожалению. Так, на. Кстати, а зачем я им бью, если у меня уже меньше-то куча? У меня меньше, реально, на 10 урона. Мне им уже выгоднее бить. Так, это все. 6-й уровень у меня все. И вот это. Последний 7-й уровень. Я думаю, что здесь прям будет жестко. Да уж, это, конечно, да. Выглядит прям жестко. Хлам всякий выкидываю. Это возьму. Железо, кстати, железо все равно будет у меня мало. То есть это не хватит, чтобы сделать наковальню. Это не надо. Факела оставлю. Вот это я, естественно, возьму. Элитры, конечно же, возьму. Так, это сюда пока что. Так, опять какие-то зомби. Зомби. На. Так, давай. Все. И это уже все. Это последний уровень. То есть вот это я все забираю. И здесь уже прям топовые вещи. 15 урона на мече. У меня есть еще лаки меч. Это как бы меч, который, ну, я думаю, вы догадываетесь. То есть я буду бить, и будет какая-нибудь фигня твориться. Да. Ну, это понятно. Лук также. Еда у меня есть. Элитры есть. Это броня... А что она такая слабая? Защита. Армах 1 всего лишь. Так, зомби. Ну, за 2 удара спокойно. Так, это у меня тоже круче. Так, вот это, получается, можно взять. Вот это можно взять. И получается, что, как бы, наверное, все по броне. Броня у меня вообще топовая. То есть у меня, по идее, теперь вообще никаких проблем не будет. И мне, как бы, больше ничего не надо. У меня есть топ-тем, блин, даже. И, по сути, все. По сути, это можно вот здесь оставлять. Я это прошел. Это было интересно. Не знаю, я думаю, вам это тоже понравится. Вот это такое видео необычное, да? И теперь я надеюсь, что все-таки я начну чуть-чуть почаще записывать ролики. Ну как чуть-чуть почаще? Вообще нужно намного чаще их начать записывать по сравнению с тем, что как я сейчас их выкладываю, но все же. Так, итоговый уровень. Здесь была книжка. Ну и как неожиданно здесь написано Эндер Дракон. Да, все. Я ее выкидываю. У меня есть куча еды. Это сюда. У меня, может быть, есть еще факела, потому что я думаю, что мне бы это пригодилось. Жалко то, что фейерверков нет. Вот это обидно, конечно. Фейерверки бы я бы, конечно, хотел бы. Но это что-то совсем будет жестко. Так, вот это я возьму тоже как блоки. Книжные полки будут как блоки. Это, конечно, да. Это просто будет как такая палочка. Просто типа бить. А, я так не смогу бить. Короче, мы делаем вот так вот. И пора отправляться в Незер. Ой, путы Незер. Какой нахрен Незер? Прикололся, что ли, лев? Какой нахрен Незер? Эндермир? Или как он называется? Зенд?
да. Как видите, я здесь даже сделал такую платформу, прям так все официально, красиво. Ну а дальше? Дальше я уже ничего не делал. Погнали, короче. Погнали. Так, уже первый эндермен, блин, на меня агрится. Давай. Так, где он? Ну, блин, ну понятно, короче. Так, где он? Давай, на. Ну тебя-то я за 3 секунды, потому что... Ты видел мою броню вообще, эндермен-то. Ай, ой, я случайно? А как я так сделал? Вау! Так, тихо. А чё так жестко-то? Так, меня, походу, дракон откинул. Я погнал. Так, ну чё? Ты чё думал? Блин, он меня еще эти шары кидает. Так, отлично. Лаки-блоки можно разрушить чисто по приколу. Здесь уже ничего такого. Алмазики. То есть это просто, как знаете, просто так. Так, и, наверное, я начну вот отсюда. Начну сверху. Так, давай, давай. Есть, 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 есть. Так, я наверх иду. Ой. Так, есть. Первый. Так, второй. Так, нет, 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 нет. Наверх, 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 наверх. Это сюда. Это сюда. Так, не забывать. Главное, не торопиться. И главное... Нет! Блин. Я сдох уже. Окей. Слушайте, а почему... Так, стоп, стоп. Тихо. Эндермен, эндермен, эндермен. Умри нахрен. Так, я могу сделать вот так вот. Могу сделать вот так вот. То есть, если у меня будут элитры, да, я буду быстрее умирать. Но все же... Все же это... Будет не так все плохо, я думаю. Блин, зачем я на вас смотрю? Давай. Вау! Так, 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 да я не понимаю. За мной кто-то бежит вообще? Нет, за мной никто не бежит, все хорошо. Так, жру яблоко тогда. Блин, капец, здесь темно, конечно. Без эффекта этого самого ночного зрения. Вау! Ладно. Хорошая тактика. Мне понравилось. Можно, кстати, телепортироваться таким вот образом. А! Оно не хочет так телепортироваться. Блин, что-то я много умираю. Так вообще, какая-то тупая у меня тактика, мне кажется. Вообще, тут по идее это ничего сложного. Вообще, это впервые за историю, когда я буду уничтожать вот этот, ну, вот это все дело. Так, а, блин, я просто с другой стороны. Блин, я из этой темноты. Ты очень, вообще сложно разобрать, что происходит. Так, давай, опа, 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 опа. Не скидывай, прошу, 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 не скидывай. Не скидывай, не скидывай, не скидывай. Дай подняться, пожалуйста. Так. Фух, я живой, я живой. Нет. Так, 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 так. Тихо. Так, я сразу сюда. Упс. А что так можно, кстати? Так, походу, это почти все. Так, тихо. Так, надо немножечко дракона ударить, а то он что-то совсем охренел в край уже. Надо ему немножко подбить, чтобы он просто понимал, что он как бы имеет дело с опасными людьми. Так, я сюда. Ломаю, разрушаю и умираю. Прекрасно. Ладно, у меня сохранение винтая, мне в целом бояться нечего. Ой-ой-ой-ой. Блин. Ёпта, я сдох опять. Да сколько можно? Вау, тихо-тихо-тихо. Успокойся, дракон. Так, ну и просто вот так вот его, по идее. Ой, как же громко. Так, ну это что-то как-то очень просто выглядит. Да что ты сделаешь со своими этими шарами? Давай, давай сюда, давай, давай, давай. Я сейчас тебя спокойно разнесу. Да-да-да-да-да. Конечно, что-то ты мне сделаешь. Давай. Кто долбит? А, это его эти долбят вот эти фиолетовые хрени. Так, иди сюда, давай. Иди сюда. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Я просто его херачу. Жестко, прям в наглую. Так, я жру яблоко. Эй, 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 эй. Воу, 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 воу. Так, минус один. Минус два. Так, сила. Ну, это все, походу, последний раз. Давай, давай. Последний удар. Еее, из него мешок выпал. Ну и говно всякое у тебя выпало, конечно. Победа. Победа, да. Пусть она была не такая сложная, конечно же. Да, но хотя, как не сложно, я умер, блин, раз пять, наверное, если не больше. Но в целом, это было не сложно. Ну, блин, даже эти лаки-блоки были сложнее. И у меня... А, у меня даже фейерверки были, оказывается. Я, если честно, этого вообще не заметил. Блин, то есть, по сути, я мог вот так вот летать. Так, стоп. Во, просто вот так мог летать.
Капец. Ладно. Давай. Так, сейчас еще вот это возьму яйцо. Мы можем, кстати, вот как сделать. Так, где яйцо? Яйцо, вот оно. Мы можем сейчас еще отправиться в другой мир и попробовать взять элитры честным способом. В скобочках нет. Да, конечно, с такими вещами, потому что ты можешь сделать это моментально. Так, а где у меня, собственно... А, вот она. Вот она, эта фигня. Давай сюда. Опа, опа, опа. Оп. Блин! Так, давай. Попытка номер два. Опа. Все, я попал. Ну-ка. Где у нас этот данж? Где у нас этот данж с кораблем, как бы, да? Блин, ну, слушайте, это была реально легкая победа. Да. Так, и вот, походу. А, нет, стоп. Это что, назад вернулся или это другое какое-то место? Так, а вот корабль, все. Есть. Есть. Вот он, корабль. С крутыми вещами. И вот так вот мы просто сюда прилетаем. А что с лестницами случилось? Вот так вот просто прилетаем. Забираем зельки на хилки. И идем сюда. Чисто в наглую. Как бы, да? Вот этого хера убиваем за 5 секунд. Этот шарик уничтожаем. Он даже не может в меня попасть, этот шарик. И бьем элитры. Да. У меня бы сейчас бы появилось достижение, если бы я бы их бы не брал бы из креатива. И крутые всякие вещи. Алмазы, железо и так далее. Ну что ж, наверное, на этом я буду заканчивать. Это было очень просто с драконом. Ну, как мне кажется, действительно. Если бы не было бы у меня сохранения витая, то это, конечно, было бы сложно. Но с сохранением это как-то все достаточно просто. Даже паяться особо не надо. Поэтому думаю, что, собственно, суть ясна, да? Так, а где? Вот она, шапка дракона. Так, здорово. Блин, я в первый раз это все делаю на моем канале. Это действительно круто. Так, нет! Шапку забери. Так, а я забрал шапку? Блин, у меня вещи... Блин, она улетела. Она улетела в пропасть. Потому что у меня свободного инвентаря не было. Блин. Ладно. В целом все понятно. Погнали в пропасть. Вот так вот вниз сразу. По хардкору прям жестко. Умирать. Правда, у меня есть еще тотем. А, я сон умираю. Нифига себе. Блин, я один просрал. Ладно. Ничего страшного. На сегодня я думаю, что я закончу. Потому что, собственно, я сделал все, что я хотел, да. Я вам показал, наверное, здесь все просто крутые вещи, которые могли просто выпасть. Даже то, что я еще не видел. Хотя я до этого очень много лаки-блоков разрушил вот этих. Играл еще до записи, поэтому, ну, я думал, что меня здесь особо уже не удивить. Но были здесь вещи, которые действительно удивляли. Поэтому я думаю, что, как бы, до сих пор это интересно. Как бы лаки-блоки, как бы, да, оказалось то, что это уже не интересно. Но все эти новые шанс-кубы, другие всякие вот эти моды, это, конечно же, это просто как, я не знаю, это лаки-блоки 2 просто. Да. Ну что ж, на этом я буду, наверное, заканчивать. Спасибо за просмотр. Если хотите еще такую рубрику, то как бы давайте наберем там лайков 15. Я думаю, что у нас это получится. Если вы действительно хотите такую рубрику видеть, хотя бы иногда, там раз в пару месяцев, может быть, будет выходить чаще. Короче, все зависит от вашей активности, от комментариев и так далее. Если действительно многие захотят, то, конечно же, я продолжу. Ну а сам выпуск этот, конечно, получился большим, но все же, как бы, я думаю, что думаю, что он получится интересным, поэтому да. Поэтому да. Эти купола, блин, куча всяких вот этих непонятных. Ну а так-то, в принципе, все. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.